Приветствую вас, если вы хотите рассказать человеку, своему молодому человеку о том, что произошло, то лучше это сделать. Лучше рассказать, чтобы он знал, чтобы он был в курсе, чтобы он имел представление о том, что происходит с вами, например. И, значит, чтобы у вас не было от него тайн, и чтобы вы, эмоционально раскрывались перед ним. Это, в общем-то, обязательное условие для того, чтобы вам было хорошо. Обоим. Другое дело. Что вы не доверяете своему мужчине. Вот в чем проблема. Вы говорите, что он сказал вам, что расстался с этой женщиной. Вот. Которая зашла к вам на страницу. Но у меня нет ощущения, что вы верите ему до конца. У меня нет ощущения, что вы доверяете ему. Вот. И именно по этой причине мне кажется, что нужно вам сперва рассмотреть вопрос доверия, именно своего доверия к молодому человеку. Почему? Потому что без доверия нельзя построить адекватные отношения. Вот. И я полагаю, что отсутствие доверия у вас связано с тем, что вы не всегда и не все говорите своему мужчине, вот, а о чем-то предпочитаете умолчать. Связано это во многом с тем, что вы, вероятно, боитесь разочаровать мужчину. Боитесь ему не понравиться, может быть, боитесь остаться одна, вот. Только постарайтесь понять в любом случае, что подобные проявления не делают вас ближе. Подобные проявления не дают вам каких-либо преимуществ перед, перед, например, этой женщиной. То есть преимущества могут быть только если вы будете искренни. А пока этого не происходит. То есть пока вы боитесь, пока у вас есть какие-то страхи, пока у вас есть какие-то переживания по поводу того, что вы можете мужчину потерять, да? А также неуверенность в себе, судя по всему, раз вы обращаете внимание на то, что к вам на страницу кто-то заходит, то вы всегда будете переживать. Я предлагаю смотреть в корень проблемы и определить и ликвидировать причину того, что с вами происходит.
А причина именно такая. Неуверенность в себе. Ваша неуверенность в себе. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, то есть понятно, да, что вам нужно, с одной стороны, своему молодому человеку сказать, как есть все. То есть не скрывать от него ничего. Потому что, ну, это случилось, и он имеет право знать об этом. Но со своей стороны нужно, чтобы вы стали более уверены в себе. Нужно, чтобы вы более ценностно относились к самой себе, потому что иначе отношения между вами будут сложными, очень сложными, и они рискуют завершиться, чего я уверен, вы не хотите. А на этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.